Добрый день, дорогие друзья. Как видите, Акела один. К нам приехала снова Лилу. Сейчас будем пробовать, как она будет себя вести с Акелом. В принципе, они дружат. Но мои прогнозы, что ничего не будет. Ну, не знаю, все может быть. Поэтому сейчас пойдем, запустим ее. Девочек отсадил в ту буферную зону. Так что сейчас посмотрим. Она готова полностью. Там как раз Ольга приехала. Их, наверное, сразу заводить. Она обтирается. Обманчик какой, Акела. Ух, обманчик. Почувствовал ее уже конкретно, походу, что она готовая. Ну, все может быть. Но надеемся на лучшее. Должна залететь туда сразу. Да, ошейник можно снимать, в принципе. Да, что, он же не будет ее... Нет, не будет, нет. Акела, что ты? Что ты злишься на меня, а? Все укусить норовишься. А, давай. Ты мало ли? Стоп. Вот так вот. Ну что, Лилу, пошли. Все, закрыла? Интересно. Все, ну-ка прекращай, Акела. Иди отсюда. Иди, иди, иди. Нет, нельзя. Иди, дай закрыть. Все. Все, иди, гуляй. Газпром, мечты сбываются. В кавычках. Антиреклама Газпрома. По-другому никак. Братиш, иди сюда. Вот у нас утро. И братиш себя так ведет. Не утро, а уже обед. Что вы? Красотки. Опять достали эту штуку. Литка. Литка красавица. Умка, ты тут лаял. Я тебе подошел заснять, как ты лаешь. А ты у нас перестал лаять. Вы посмотрите, какой мишка. Просто мишутка. Ария все хочет порешать с Луей. Смотрите уже. Ария почти догнала эту Лую. Иди сюда, братиша, да? Иди сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите, какие у Луйки желтые глаза. Иди сюда. Ой, у Луйки, говорю. У Умки. Отсюда не видно на солнце, но у него светлее, чем у... Ай-яй-яй. Светлее, чем у Ари. Прям волчара. Ох, зубы какие. Ох, зубы. Ох, зубастый. А ты? Я не пойму, Алита течет, что ли, не течет? Как будто подтекает. Ну-ка, сейчас проверим тебя. Зайду к вам. Алитка у нас потекла. Кровит. Но это у нас получается третий-четвертый день она кровит. Запустил сюда ее. К молодежи. Они хотели на нее наброситься. Ария вообще капец прям. Ну успокоил опять. Они как бы нельзя понимают. Покричал на них немножко. Потому что вообще. А Луйку оставил там. Вон, до нее все докапывают. Сейчас пойду Луи водички поставлю туда. Алитка. Смотри сюда. Алиту не будем вязать Синаем уже, а то куда тут всего тут будет. Да и пусть окрепнет. Хотя волчицы к двум годам уже спокойно могут вязаться. Но мы подсадили ее сюда. Вдруг братиш там что-то будет интересоваться, пусть интересуется. Да, да, нет, нет. Но Синаем, в общем, не будем крыть.
Да, и они не в гоне. Не в гоне, поэтому... Акела мох тоже. Но, ладно. Что ты, Фумка? Тин-тин, смотрите, как волосы. Шерсть у него. Смотрите, надыбила шерсть. Главарь. Так, Умку мне не трогать. Что ты? Надыбила шерсть. Ария нападает на Алиту. Посмотрите, как охотится за ним. Братиш заигрывает. Ария, я же тебе сказал, нельзя. Не лезь к Алите. Еще ты пока отхватишь от нее. Хоть она уже и размером крупнее ее. Ну как, по высоте-то Алитка высокая. Когда вот так встает. А когда как змейка, то вообще кажется маленькой-маленькой. Посмотрите на него там. Смотрит, Луйка там облаивает. Просит есть. Они... Вон, смотрите на него. Алита, нельзя. Ария, нельзя. Только отвернется, начнут сейчас. Тут у нас Акела. Слилу. Что-то все. Сильно Акела на нее реагирует сейчас. Ну, как я и говорил, в принципе, скорее всего, не повяжется. Да, Акела. Красотка, посмотрите на нее, какая она вообще красивая. Там прям волчица. Это у нас F1. 100% гибрид. У нее папа волк, мама наполовину самоедская, наполовину маламут или хаски, чуть не помню уже. В общем, вот какая черная, акела бурая по сравнению с ней. Ну, занарный какой-нибудь цвет. Ну, в общем, красота. Красивая очень. Ну, у нас валенды, черный цвет, считается пороком. Ну, возможно, в будущем и как-то, если... Хотя, навряд ли. Ну, и этот помет, если тут все получится, ну, навряд ли что-то получится, то этот помет, он никак не будет идти в селекцию валендов. Никаким боком, чтобы люди не спрашивали, не задавали вопросы. Никаким боком не будет, потому что тут здесь будут вообще прям волки волками. Здесь выше первого колена будут волчары. Вон дом закрываем пленкой. Будем сушить потом тоже веранду. Газ закончился дня 3-4 назад. Рамзан говорил, что никуда не поехал, не заправлял, поэтому дом простоял 3 дня. Сейчас вот закроем этот веранду, дом просушим недельку, наверное, и потом веранду будем сушить. Синай сегодня опять повязал Кубу. Запустил сразу же, в замок стали. Куба готова. Поэтому, друзья, если они забеременеют, если кто хочет сотрудничать в этом плане по валендам, пишите мне в WhatsApp, смс-ками, ну или звоните по номеру тому, который указан в описании. Обязательно. Тут также будет очень строгий отбор, строжайший отбор с дальнейшим отслеживанием. Ой, как гоняет. Надыбил шерсть. Просто волчара. Доброй ночи, дорогие друзья. Акела всю Лилу воспитывает. В общем, никакой вязки у них не будет. Акела ее не хочет.
В общем, гона, скорее всего, нет. Из-за этого он никак к ней не проявляет интерес. Потому что Акела, как маньяк, он бы не отстал бы. Замучил бы ее. Если по прошлым роликам посмотреть, год назад, поймете, почему я так говорю. Вот, кормим всех, нарубили мясо. Тут цыплята, вот требуха, в общем, тут много чего там, всякие лапки. Вон у нас Куба, сейчас Кубе дадим, сейчас еще дадим эти, как там, антибиотики Фури. Последний день сегодня, 7-й, и все. Завтра вытащим керхер, были морозы, и помоем все вольеры. Ну так, убирались, но не мыли. Поэтому завтра достанем, все сделаем. Вон там Луйка гавкает. Сегодня не заснял, как лает гибрид в первом поколении волка и валенда. Очень интересно было. Они обычно очень редко голоса издают, но у нас Умка прям лаял. Вон, слышите, это разрывается. Луя разрывается, кушать хочет. Они с Алитой не ели со вчерашнего дня. Точнее, с позавчерашнего. Позавчера они поели. Поели зайчика. И все. Вчера ничего им не давал кушать. Утром тоже не стал ничего давать. Немножко разгрузил их. Ну там что поподбирали в вольерах было. А так вон как просит. Слышите? Вот. Сейчас вам дам Синай Куба. Друзья, посмотрите на эту сладкую парочку. У них сегодня была контрольная вязка. Как контрольная, походу. Так, стоп. Синай тут будет кайфовать, пока Куба ему скажет нет. Вот они, два беляшка. Беленьких. Красивые. Синай поправит Кубу. В экстерьере будут вообще щенки огонь. Но тоже щенки, я еще раз говорю, продаваться. То очень много уже пишут. Пытаются забронировать. Я сказал, как забеременеют. Тогда можно будет, кто хочет приобрести щенка, лично встретиться со мной, пообщавшись. Только тогда я могу дать добро на щенка. Так не буду. Но если из других городов, то обязательно видеосвязь, наличие вольеров. Естественно, дальнейшее отслеживание этих животных. Тут не все просто так. Ну, дай бог, что все родились красивые, здоровенькие. У Кубы уже ранка заживает. Также она прошла курс антибиотиков. И не один курс, два курса. Также было также проглистогонены они все. И прививки сделаны. Синай у нас прям как полярный волчара. Смотрите, с каким аппетитом едят. Красавцы. Дорогие друзья, вы посмотрите на этого кабана. Он съел все за себя и порцию Лилу. Лилу бедную отдельно сейчас немножко покормили. Смотрите, какого у него пузо. Бежит, гоняет ее. Не дает ей вообще ничего. Вон набросали цыплят с другой стороны. Он уже есть не может. И все равно запихивает себя. Он сейчас Лилу подбежит. Будет кушать. Вон она, Лилу. Посмотрите, какая она красивая. Прям шикарная, я бы сказал. Прям настоящая волчица. Собачьего ничего нет. Поведение волчье. Посмотрите на этого дерзкого парня. Что за дерзость, Акела? Ну. Чемпион во всем. Посмотрите на него. Как колобок. Сейчас будут все писать по-любому. Это как с мультика. Ну что, если что, заходи, волк, который был. Акела, ты уже не хочешь есть, все запихиваешься, давишься.
Отдай Лилухе. Друзья, кстати, задавайте вопросы, и на самый часто задаваемый вопрос в комментариях я буду делать видео. Вот, например, в этом видео вы мне накидали вопросов там одних и тех же, там, например, 100 штук или 200, я на него ответил. Дальше в следующем видео другой вопрос. Вот какое количество будет больше набирать? Он, видите, лупит ее. Не даст ей прохода, в общем. Я буду отвечать на следующем видео. И так постепенно, потихоньку. Давайте будем делать так. Келла. Побежал опять за ней. Все, да, наверное, хватит его там это кидать ей, потому что Акела не даст все равно поесть. Она уже поела, сколько ей влезло. А этот сколько и не влезло. Хоть давай сейчас заснимем, посмотрите. Сколько лука съесть. Давай. Посмотрите, сколько здесь. Сейчас луки это все понесем. Вон, все, Акела охотится. Тебя Акела все, хватит. У тебя вон живот разбух уже. Ты еле ходишь вон. Ну не еле, но пузо у тебя, конечно, знатное. И его завтра надо не кормить. Слишком много он съел. Луйка у нас там без света сидит. Не могу ее впустить сюда. А то тут будет потасовка.